Как делишь, кривичишки, с вами снова я, Десан, и добро пожаловать в новую серию, в новую карту, и можно даже сказать, в новый сезон. Подождите, Костянчик, можно музыкальное сопровождение, пожалуйста, чтобы я не разговаривал в тишине. Давай, брат. Вы сейчас все сами увидите, какие у нас карты. У нас здесь корабли, у нас здесь пираты, у нас здесь бочка рома, акулы, анжелы, подписчики, наркоманы, грузин Эдисон и много всего интересного. А сейчас... кто у нас будет искать? Кто будет искать? А подождите, чурный я у нас работает, чурный я. Монстр, ты попалась. Опа! И мы сразу же приступаем. Короче, мы с вами пираты, а монстр, как я понял, у нас капитан Барбосса. Где спрятаться? А я знаю. Покажите мне какое-то место. Я первый раз на этой карте. Я на вот этим. Где? Вот. Куда? Я знаю то, что есть хорошее место какое-то на корабле, да? Или нет? Нет. Там вроде никто нет. Так, у нас здесь есть какие-то алтари. Три алтаря на всей карте. Если мы сможем найти один зачаренный предмет, Ender Pearl, и вставить его в этот алтарь, мы сможем наложить проклятие на пиратов. Там на 10-15 секунд. Поэтому, если что, если видите Ender Pearl, сразу их ищите. Мия, ты как бы... Ничего, что нас здесь видно через вот эту дырочку, не? Если ты не будешь вот так... Ну, есть, да, есть, я туда не буду вылезать. Иди сюда! Подойди сюда! Давай еще просто голову вот так высунь сюда. Опа, здорово всем, ёпты! Кто? Подождите, мне показалось, или там кто-то просто прятался? А, нет, там кто-то прячется. Там прячется. Кто это? Помаши рукой, кто это такой? Кто это? Это Костянчик, наркоманчик? Это Хлеб. Это Хлеб? Подождите, если Хлеба заметит... Хлеб, иди сюда! Хлеб, иди сюда! Подожди, если Хлеба заметит, он спалит, где мы? Ой, я там кого-то видел на корабле. Я сейчас хочу спуститься туда вниз и просто... Ой, нас походу запалили или нет? Я запёрла. Давай, ты запёрла. Я его нашла. Давай, Мия, устанавливай ему! Мия к нам бегут, прячься. Стой. Кто кого? Ёханый карапуз. Папа, пожалуйста, прости. Мия, пожалуйста, если ты... Ладно, я тебе не буду искать. Нормально. Она меня... Ты Туримонда Петровна, ты зачем меня в воду столкнула? Дай у меня. Так, ладно, еще два наркоманича. Опа! Кстати, да, здесь еще выпадают всякие различные предметы, которые мы можем поднимать и использовать. Допустим, я сейчас могу стать невидимым на 10 секунд. А что он делает? Найдите, пожалуйста, кого-то. Пожалуйста, найдите. У нас осталось 2 минуты. Ровно 2 минуты, чтобы вы просто понимали. Не так-то и много времени. Короче, кто у нас? Сухарик и Стасик. Пожалуйста, скажите мне то, что вы знаете, где они находятся. Опа! Сразу же, какой тайминг идеальный стоит. Сразу же в ту секунду, как я сказал. Почему у нас время так мало осталось? Почему мне не... Где это сухарик? Где хлеб? Страшно вырубай. Ну ты хлеб, конечно... Я видел кого-то. А я не видел. Где он был? Мне кажется, он реально на корабле. Никит, сухарик, 19 секунд осталось. Я твой дитя. Да найдите вы этого человека, ну ёхрый ты бабаль! Да, не, всё, тут уже бесполезно. Кто? Вы ряд, где он? Мне просто даже интересно, где он прячется. Сухарик! Вот он, я рядом с ним бегала. Ёханый этот корабль, ищите, пожалуйста, его всегда. А, так тут такие нычки есть, я даже не знал. Тут эти картины больше всего. Да, они были. Короче, я хочу искать. Я сейчас буду искать. Все. Почему сразу три? Ну меня первый нашли. Давай. Мия, ты со мной? Да. Ты потеряешься. Дебил! А что ты? Ты зачем к нам зашел?
Ладно, ладно. Чем больше сикров, тем лучше. Хорошо, хорошо. 4 пирата против 3 капитанов Барбос. Давайте сразу распределимся. Кто-то ищет на кораблях. Я уверен, что Сухарик в этот раз опять на корабле будет. Он только там умеет прятаться. Поэтому давайте сразу на корабли, а я куда-то в другое место. Зная их, они могут прятаться на видном месте. 2, 1 и погнали! Так, я в эту сторону. Быстренько. Здесь у нас... Я уверен, что здесь кто-то будет. Даже... Да, как я сказал, Сухарик! Сразу же Сухарик! Ты беги на корабль, а я постараюсь найти кого-то вот здесь. Мне кажется, что здесь тоже кто-то должен быть. Уже монстры дошли, да как так быстро? Я забежала, а там какая-то башка стоит. Так, мне кажется, что в нашем СМИ месте... А, нет, здесь никого нет. Полетели! Так, я на корабле еще никого не искал. Подождите, а как вообще забраться вот туда, на самый верх? Кто мне скажет? Там либо подпрыгнуть, либо... Ну подпрыгнуть более эффективно. А где подпрыгнуть? Вижу, вроде как. Вот, смотри, вот. Опа! Полетели! Где Стасик? Стасик. Она одна осталась. Мне кажется, что она почему-то не на корабле. Поэтому я побегу вот сюда и здесь ее буду искать. Стасик, выходи! Я мышка, я попал. Сухарик вообще из игры вышел. А кто упал? Опа, здесь офигеть. Нет, Мывка, выходи со своей норочки. Мывка. Мы тебе сыр, наверное, дадим. Здесь тоже. Ты что, стол, наверное? Да где вы прячетесь? Я даже таких нычек не знаю, то что они существуют. Алло, Стасик, пожалуйста, Стасик, ну, ёханый ты бабай, ну скажи, где ты? Ну, Стасик, ну мы не хотим 30-й раз давай проигрывать. Давай ты скажешь, кто был ближе к тебе, и всё. Кто был ближе, Костянчик был где-то близко. Костянчик, ты где был? Костянчик, ты где был? Сейчас я его не вижу. Блин, знаете, я знаю, где она, видимо. Это просто топовая нычка. А где она была? Давай бегом туда, Костя. Я туда уже который раз пытаюсь попасть. А где? Вот куда? Вот Алекс Экспо, идем со мной. А чё Алекс Экспо? Я с ним. Мне показалось или я кого-то... Двум людям показаться не могу. Вот про то, что кого-то видел. Короче, я не знаю, честно, я здесь уже изыскал все, что только можно. Здесь никого нет. Она там хомячит, что-то, вот смотри, она себе там бутер какой-то сделала, 100%. Стасик, ты что точишь прям на серии? Поделись ко мне. Серьёзно. Стасик, кого ты видишь? Честно, я вижу, как меня храм отводят. Да кто-нибудь, да плиз, пожалуйста, ну подойдите, помогите. Стасик, ну скажи, там тепло, не тепло, холодно, прохладно. Эдисон, мне кажется, что ты видел меня. Я тебя видел? Да где я тебя мог видеть? Короче, она на нижней палубе, пацаны, мне здесь помощь нужна. Где она была? И как сюда вообще можно забраться? Это какая-то нереальная нычка. Эдисон вообще, он сначала в решетку посмотрел, раз, отбежал, вернулся, опять в решетку посмотрел, опять ушел. Короче, чур я не... А, давай, Стасик, ты ищи, да. У тебя это самая последняя была. Так, хорошо. Пошли за мной. Я побегу в свое место, я там нашел одно прикольное место. Нормально вообще. Я карту не знаю, а они уже... А ну-ка, смотри, она там спряталась, я точит что-то. Нет. Вот смотри. Сижу, сладости кушаю. Ага, я попал. Все. Подожди, но он же никак сюда не сможет пройти, если что. А, да давайте сейчас все здесь будут. Стасик сюда точно не сможет пропаркурить. Иди сюда! Все, все стоим здесь на шифте. Нас здесь никто никогда не найдет. Я только побегу сюда. Эндерпёр, иди сюда! Нет, стой на месте. Подождите, вы что, все в одном месте? Ну почти! Это наш был!
Давайте мы не будем даже палиться перед нашим. Иди сюда, не пали. Дебил! Что происходит? Все, прячься. Такая эндерпёрл. Да, жопу этот эндерпёрл, давай, иди сюда. Главное, чтобы этот... Кто там упал, идите сюда к нам. Кто только что от нас... Сухарик, иди сюда. Короче, давайте рассказываем истории. Я помню. Меня спалили. Сзади, обернись. Вот посмотри, туда видишь красивый ник? Подожди, я предлагаю... Я предлагаю белый флаг достать, и мы сдаемся. Нет, ну ладно. В воду можно упасть, тпшница туда. Что, вода не убивает? Нет. Все, стоим здесь. Нас никто не видел. Ой. Уйди оттуда, ты дебил. Да спрячься, ты дебил! Кто-то стоит, Костя! Костя! До свидания. Это кто заорал? Ой, подождите. Стасик, я вижу тебя со спины. Стасик, спустись вниз. Вот ты прям уже возле меня. Спустись вниз. Ой, подождите, меня еще не отпустило после эндерпёрла. А я двигаться не могу, это нормально. Ну и не надо. Прыгни вниз, Стасик. Я не могу. Эд, может убежим? Молодец. Можно спросить, кто меня сейчас испугал? Кто это возле меня? Это кто? Костя. Это Костя, это ты или это Сухарик? А Сухарь меня только что испугал. А, это Костя, значит. Короче, Костя, продолжай свою историю, Костя. У него нет. Ты же начал. А я начал. Ладно, я закончу. Давай, заканчивай, Костя. Костя умер. Я уже, сука, это отбежал. Я, короче, их видел, я не понимаю. Дайте Косте историю рассказать. Как отсюда выйти? Увидел человек Сухарика, сожрал его, потом прибежал кот, он его сожрал, потом прибежала утка всех раз... Ё-моё. Можно сказать? Костя, иди в задницу. Можно сказать? О, Костя, ты вернулся, здорово. Зачем? Все, сейчас лучше молчи. Держи рот на замке, Костя. Ты пират! Не будь школьником, Костя! Ты пират! Замолчи, пожалуйста. Да я молчу. Я молчу. Я тебя зашарю. Хорошая нычка, Костя, хорошая нычка. Вас не спалили? Нас уже давно спалили. Ой, Костя, нет. Костя, выглядываем, Костя. Да, ну спасибо, ты... Сухарь, я тебя ненавижу всем сердцем. Я знаю, где эти люди. Какие люди? Знаешь, я вот знаю одного человека, который наркоман голубой. Ну я знаю, где мы, Костя, убегай! Костя, убегай! А хотя нет, уже бесполезно. Костя, давай мы, короче, просто будем... А, так это плюс 10 секунд. Фейерверки дают плюс 10 секунд поиска? Я даже не знал. Да. Дебила, кусок спалился. Он спалил. А где Эд? А я... Меня акула съела. Я видел, куда он съел. Пожалуйста, проблем. А, Костя, ты должен... Я ненавижу этого наркомана. Давайте я забаню Костю. Кто за? Поднимите руку. Я. Давай, мы все. Костя. Чё? Вот я не выкупаю. Подожди, дайте мне... Да подожди, если находит, кто ищет фейерверк, это плюс 10 секунд. Это плюс 10 секунд. Где этот перец? Сложная система. Короче, давайте я вам объясню быстренько. Смотрите. Если посмотреть налево, Какое лево? Смотришь налево прямо сейчас. Вот. А потом осталась одна секунда, и fuck you, bitch, сосед, ты кирпичес! Подожди, замри. Я уже успел перебежать. А где он был? Это... Никич, мы с тобой выиграли? Да. Давай пятюню. Никто не ищет, потому что мы заканчиваем серию прямо сейчас. Мне понравилась эта карта, я на самом деле хочу еще один разочек здесь сыграть. Короче, делаем так. Если будет 15 тысяч лайков, обещаем то, что выйдет новая серия, да? Ну, наркоманчий маг. Просто кикнул.
Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Не нажимай на колокольчик, чтобы всегда приходило уведомление. Спасибо огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока. До свидос. Костя, ты чё музыку выключил? Сейчас в банк схватишь. Давай, включай заново. We'll be right back.